Всем привет, с вами Алексей и Самарка. Привет. И мы продолжаем Dead Space, наконец мы идем по сюжету. Тут всякие пикантные, да, вот такие крутые ракурсы берем и идем. Мы нацелены пройти эту игру до того, меньше, чем за год, да? До того, как Самарка свалит в армию. Потому что если он уйдет в армию, это будет печально. А мы это, может быть, не зря вспоминали? Брали вот это вот, потому что... Ты хочешь сказать, что это была... Нет, ну это была бонусная миссия, это 100% была бонусная миссия. Сейчас слышишь звуки, какие идут? Их надо... Но внизу вот... субтитры идет. А, ну вот, и надо подстраивать, вот. Ну вот, да, вижу субтитры. А, тут еще и написано. Ну, тут вообще для даунов, короче. Вот это загадки. Ну, ты... Вопрос. А нахера мы там эти запоминали? А, кстати, да. Короче, я открыл. Ух ты. Инопланетяне были настолько тупые, мне кажется. Что-то... Рисовали подсказки себе на полу, да? Да, и на полу. Ого! А, ну да, было такое. Ну, когда забываешь, это смотрится довольно эпично. Блин, кругом эти странные белиски, блин. Че так темно? У тебя тоже темно? Нет, у меня вот это все освечивает. Ну, у меня это тоже все освечивает. А дальше у тебя тоже все темно? О, сейчас свет включу. В принципе, я чувствую, как у меня... Оу. О, яс. Я же тебе говорил, что это на любые... Не, я тебе ничего не говорю, ладно. Зато по ним мы теперь ходим. Ты тоже слышишь? Я вижу. Ты... А, ну да. Потом пополз. О, тут проход есть. Вот и тут. Я вообще потерял. А он говорит, и хрень, лети на... Вот на эту хрень лети, да. Я ее сломал. А, лети, давай, там в жопу стреляют. Блин. О, мы прилетели. Еще одна хрень. Где? Ну тут бурлыкает где-то. А, ну мы, надо вверх лететь. А туда мы прилетели, все правильно. Вот, нам сюда надо. Какая-то музыка заиграла. Во-во-во-во-во. Что-то меня подлагивает. Как будто... Че, он там живой, что ли, мертвый? Мертв. А, это не подлагивает. А, о. Сейчас все сделаю, сейчас все будет. Тут вообще перед Харри прям. Нет, кстати, камера опустилась, я не вижу. Вроде так. А, ну он снизу. Да. Да уйди ты, блядь, ты закрыл. Ну иди. Вроде так. Ты выстрелил там. О, открыл. Моя очередь закатить. А кто это говорит? Говорит Москва. Вроде это, да, пришельцев, все, причем они говорят по-английски. Да, и женским голосом. Это Зверев? Ух ты, ниху... Мне кажется, они еще пригодятся, может, ты не будешь их закидывать непонятно куда? А, я знаю, для чего они пригодятся. На, бери. Короче, пошли. Я понял тебя. О! Тут еще одна. Меня так жестко джойстик вибрирует, когда я на этой херне стою. И что с ними делать? Там дети бегут. Много детей. Прям тир. Мне так нравится, как Айзек призаряжает. Ну... Не Айзек, конечно, кто я так говорю. Ну, короче, мне так нравится, как они перезаряются быстро. Так шик, и перезарядился. Не то, что в некоторых играх там, да, 3 часа, блин, обойму там вставляют, и там пинает, а он там попасть не может. Блять. Как Gears of War? Да. Там еще перезарядку сделали мини-игру, это, боже мой. А может, нет, мы туда по...
Туда? Подожди, мне тут надавали, что-то всякой хрени тут насобирал. А, мы же снизу там кучу всего насобирали. О, это вообще... Я думал, я всю эту кучу сбагрил. Не-е-е, всю эту кучу сбагривается прям тут. Потому что я тут рукоятку не смог подобрать. А, ты ее подобрал, да? Да. А ты что, тут станок нашел? Да, я прям перед ним стою. О, ну-ка дай, дай. Да иди с другой стороны. А у меня вообще тут... О, у меня тут места есть. Темп стрельбы. Плюс. Ого, четко. Ё-моё, чего я на то получал? Может, если что-нибудь лобахать могу? Урон. Урон. Перезарядка. Перезарядка, луча боль. Вот так вот. О-о-о. Четко. Че, куда он? Ну я, короче, пошел догоней. Я тут лифт какой-то вызвал, слышь. Молодец. Блин, мне тут типа говорят, что это без тебя не поедет. Да? Угу. Ну я тут ни при чем. Опять мы в этом странном будущем, где без человека трупа ты ничего не сможешь сделать. Без друга трупа. Ну, или без друга, или без трупа, я не знаю. Я плюшки все расставлю. О, нифига тут. Скульптуры. Что-то интересное нашел. Ну, я надеюсь, это говно не оживет. Если оно оживет, то... будет очень неприятно. Прям, ух, ё. Прям, титаны. Кратос, наверное, прилетит, там пизделей всем раздаст и убежит. Вот это будет незнанчик, да, такой в игре Dead Space. Ты идешь, появляется такой здоровенный титан, прибегает Кратос, отрубает ему все там руки, ноги, там разрывает его на части, бегает по внутренности и убегает. Айзек такой стоит, что это такое было? Че мне там жизни, не могу понять. Короче, полечусь. У тебя жизнями там тоже, я смотрю, как-то все легче. Я тут застрял, ты слишком... Большая жопа, я тебе хочу сказать. Ты ржешь. Ни хрена себе ты там факел сделал. Надо одно, кстати, разобрать. Пошли. А можно сразу два использовать оружие? Я не знаю. К сожалению, нет. О! О! И чё? Ну-ка, куда-нибудь тоже тыкни. А как ты? Как ты делаешь так? Вверх поднимай по цепи. Чё поднимай? А-а-а. И как это надо сделать? Держи. Не, другую сторону, вниз. Так, короче, они боковые должны разогнуты быть. Поднимай самый верх. Я тебя понял. Я тебя понял, вижу. А так? Так, боковые разогнуты. Ну. И центральная тоже. Это моя. На одну, кажется, да? Вот так. Нет. Ну да, что-то произошло. Да, что-то произошло. Пошли, пойдем. Что было? Не знаю. Да. Да вот что-то нажать надо. Ой, правда. Опс. Ой, там что-то это... крутится и вертится. А вторая тогда что? Что, пойдем вторую сделаем? Как там надо-то? Так, эти сдвинуть, я так понимаю, надо. Какие? Или центральные. Ага. Это вверх надо, да, вот так вот? Она не хочет цепляться, я не могу ее поймать. Вверх сдвигай. Так она не цепляется у меня. Это кривизна. Слушай, ты сломал уже.
походу. Ну, надо было тебе все сломать. Пошли, хер с ним. Нам интересно. Да, нам туда, пошли. Загружай чекпоинт, делаем по-другому. Нет, пошли. Вдруг там какая-нибудь дополнительная миссия, бля, с призраками, которые я не люблю. Игрушки. И с игрушками всякими, нафиг оно мне надо. С глюками. У меня, кстати, с собой две хрени каких-то. Записи КСК об инопланетных артефактах и кодекс. Что такое кодекс? А, это так. Бежим! Бежим! Пошла! Я, короче, сваливаю. Я хочу драться. Делись, а я полетел. Что? Жди напарника, давай сюда, тварь. Ну давай быстрее. Я охренно рад, что ты хочешь. Ну давай. Давай не будем с ними драться. О, они что, не подходят? Они испугались нашей силы духа. Вот, тут что-то попадало. Ты не хотел идти. Вон, еще встречай. Не-не-не-не-не-не-не. Ты идиот, блин. Экран все сужается и сужается. Бежим. Ага, за плюшками так вперед всех, да? Ну, пока никого нет. Пошли. О, телепортируемся. Или нет? Ой. О, как этого давно не было. Да. О, ускоряться можно. А знаешь, что тут еще можно? Врезаться? Да, вот так вот берешь. А есть что? Я в что не хочу врезаться, я просто там обрулил детальку. А нет, все. Все, полетели. Старый. Чё, еще что? Вверху вон, видишь? Вижу. Чё, не так-то, так что ли? О! Открыл. Да, открывается не пич. Чё это? Куда вообще здесь столько монстров? Ты тоже слышишь, да, их? Ты их видишь, да? Ну, да я тебе не нужен, ты сам тут справишься теперь. Просто за тобой выпрятся. Да, огнемет вроде дамажит. А с патронами чё? А патронов? А, чё дамажат-то они с одного выстрела дохнут. Такие слабенькие противники. Чё, тут что-то делать надо? Ох, блин. Чё они? Кристаллик нам, о, птичка. Вроде все. Тут что-то лежит. Нам дальше пошли. А что такое стазис? Чего стазис? Что там хочешь делать? А пошли! О, ну, аптечечку возьмем, окей. Ты тоже это слышал? Друг? Или чё? Какая-то хрень, реально. А, нафиг с ним, пошли. Вот, что-то лежит. Воу! А как ты его... А как ты его так замедлил? Ты бесконечный станешь, что ли? На этой плюшке идет супер-мега-турбо-крутой стазис. Да.
Да, и сзади тебя пройти. Окей. Интересно, откуда пришельцы знали, что здесь будет такое? И он, кстати, тоже подзаряжает. Ну, из бесконечно. Круто. Можно делать вот так. Не-не-не. Мы джедай. Что-то он у меня не подзаряжается. Да? И у тебя красный. Да? Он просто расходуется, но не в таком большом количестве. Все, лафа кончилась, да? Весь нам прикол испортили разработчики. Иди ты теперь пароль вводи, я устал их вводить. Не в лом. Ты урод. Он тебя зовет уже. Какие-то позы тут странные. Так, патронов у меня еще 3000 нагнет. Блядь. Ну ты слабал. Чё-то какого-то совпадения у него там не было. О, я помню это место. Я не помню это место. Не очень приятно. Вот 18. Чё? Убей или будь убитым. По рукам. Блядь. Возьми. Электрошоковый её. Модуль. У меня электрошоковый модуль не влезает. У меня блин. О, использовать. Чё, куда идем? Кого ты там используешь? Нам сюда надо. А тут вот. Что-то есть. Что там есть? А есть миссия дополнительная? Нет. Короче, сюда надо вставлять эти штуки, насколько я помню, какие-то таскать. Таскать и вставлять. Они вот-вот. Что, дверь типа? Подожди, мы что-то просрали, кажется, пошли. Фига, у тебя там светомузыка. А что тебе не нравится? Нет, нормально все. Я и говорю, нифига. Почему я не могу просто взять и спрыгнуть? Не знаю. Потому что здесь нет гравитации или какая-нибудь другая фигня. Ну, наоборот. Ну и чё мы сюда приперлись? Я помню, что сюда надо ставить какие-то штуки. Ну, так пошли их искать. А почему? Тут должна какая-нибудь заставка пойти, они должны там... О боже, тут... Тут что-то есть, там... Мы должны что-то сделать, разве нет? Ты только что за это... Ну ладно. Окей. 25. О, станок! Как раз то мне и нужен. Место совершенно нет. Что тебе надо, тварь? Ходит, меня в спину бьет. Все, кончились. А, вот, электричество включил, теперь надо туда идти. Вот. Так, сейчас только я сложу вещи. Больных их у меня много. Патронов тут у меня хреново, тут у его. Лишнюю аптечек, парочку можно выкинуть. Не, патроны лучше себе держать. Лучше аптечки выкину. Ну хотя, так-то так. Опа. Чё-то нашел. О, это что-то лежит. Тут вообще все завалено. Ну пошли, чё? Угу. Я тебе на пятку наступил. Чё-то да, у меня там ещё перебор какой-то. Парочку всё-таки выкину. Чего парочку? Да патронов мне тут. До жопы просто. Да у меня и патроны тоже не духе вещи. Аж говорит 3000. Это блин. О, так, ну вообще куда-то сейчас прямо надо идти. Да, прямо. Куда мы изначально пошли? Значит, я был прав. Ну я не знаю. А. Я какие-то дыхания слышу, непонятно. Ты слышишь дыхание? Какие дыхания? Боже мой!
Чё? Да, они так появляются с такой музыкой, блин. Неприятно, я тебе скажу. Из какой-то жопы вылезают. Кто вылезает? И там монстры, блин. Откуда они тут вообще здесь? Это вот обычные зомби, которые... Которые, ну, в снегах у нас вылазили, из-под снега выпрыгивали. Но. А почему они-то тут как-нибудь отобрались вообще? Не знаю. Он несется. На тебе, я думал, это ты бежишь, а это он бежит, блин. Значит, ты слишком быстро бегаешь. Так, где мой дробаш? Да. А, сразу сдох. Отлично. Чё? Я не доделал пуху, я почти ее собрал, и на меня кинулся зомби. Ну не зомби, но там, не знаю кто. Просто пиздец. Ой, да ладно себе. А тут... Да я чуть не штаны не накидал. Сижу такой, никого не трогаю. Блин. Такой не ждал. Беда. Что? А, вот теперь вижу, тут не очень удобно камера сделана. Или я не очень удобно встал. Так, чёрт, кажется. Так. Фуф. Я присосался к панели, не мог от нее отойти. Я думал, повис, значит. Ну где там шлейф, я уже ушел давно. Я доделываю, потому что меня кислотно ванна окружает заряды кислотой, которые впоследствии наносят урон цели. Сама зарядку, спешу в магазин, соответственная оболочка окружает. Кислотная ванна. А что нам вообще делать надо по миссии? Вставлять эти, как ты сам говорил, ты же рассказывал. Не, ну, вроде они до этого еще не додумались. Ой, боже, ой, эти девахи! Ой, девахи тут! Еще девахи! Я тут пока там... Стоишь у станка, я тут сейчас всю игру без тебя пройду. А чё, неплохо? Я в принципе... Боже мой, он взорвался еще. Ну, вроде я все. А, круто. Блять. Сдохни. Ой! Целых две на меня прибежало. Блять, сейчас сдохну. Что? Блять! Будешь рад тому, что. Чего тут много-то? Кто там долбит? Не знаю, кто там к тебе долбится. А, ёб твою мать. Помогите, блядь. Блядь. Это ты? Надеюсь. Наконец-то, я их только что всех убил. Блядь, почти всех убил. О, еще прибежал. Это что за кислота? Даже такое есть в игре? Это кислотная ванна моя. Ага. Что-то она хреново помогает. Не, это плюшка для патронов. А, как огонь только, кислота. Так, подбегал. Блядь! Куда он побежал? Ты заметил, что у меня есть? Нет, что? Отталкивалка. А, круто вообще. То есть, я так понимаю, у меня теперь есть возможность заставить огнемет кислотой, блин? Наверное, не знаю. Пошли. Ох ты ж. Неплохо. Что-то они не разрываются. Они обычно после твоих отталкивают, разлетаются на куски. А потому что я ее это не прокачал. О. Я долго вспоминал. Как это отталкивалка называлась? И как она называется? Не помню. И методом тыка просто. Открывай дверь. Мне кажется, мы ходим кругами. Насрать. Чё-то, короче, как-то... И зачем ты мы сюда вообще забрели? Я не знаю. Мне вообще кажется, что в игре очень часто повторяются вообще эти помещения. Локации? Да. Но они не повторяются, блин. Они похожи. Очень. Чё не так-то? А, две здесь наверх.
Блять, нет. Че-то я туплю, слушай. Ты че тупишь? А, все, вижу, блять, совершенно другая. Вот, вот это. Все. Нет. Ты издеваешься надо мной, что ли? Нет. Вот это что ли? Он совершенно другое показывает на, в титрах. О! Ужас. Не понял. Ну что, обратно летим? Походу дело, да. Чем? Ты у меня спрашиваешь? Ну а кого? Здесь, я кроме... не против прокатиться еще раз. Здесь кроме тебя никого нет. Сдохну. Слушай, нет, это другое место. Там нет? Были не сломаны эти. Мне кажется, то же самое. Да? Хотя... Нет. Нет. Возьми левее. Блять. Это что за хрень они тут летают? Они явно не дружественные. Да, и в них лучше не врезаться, мне кажется. Газа. О, прилетели. А, я помню это место! Слушай, тормози. Или нет? А сколько мы записываем? Полчаса прошла? Не знаешь? Нет, не знаю, не в курсе. Мне кажется, прошла. Давай мы на эту серию закончим. У нас уже и глава сменилась с 18 на 19. Пока что эту серию мы заканчиваем. Мы уже подходим к концу. Дальше будет просто нелюбимое мне место. Увидимся в следующей серии. Выстрелить патроны. Всем пока. Самарыч, скажи пока. Пока, пока. Пока. И скажи, что подписывайся на канал. Не подписывай. Вот ты урод.